Старейшины ситхов, лидеры древней расы эльфов, адепты тайных знаний и хранители томов силы. Они стояли торжественно, охраняя 7 свечей, каждая из которых вела поток дыхания земли. Из книги они узнали о пророчестве Армагеддона. Трое придут с востока, и им будет дано господство над всеми, кто поверит в них. Услышьте же те, кто может еще слышать, что сыновья ситхов предстанут перед ними. И в день, когда последний ребенок ситхов падет, земля будет навеки потеряна в бездне. С востока пришло зло, предсказанное вашими предками, 3 змеиные всадника, вечные стражи смерти. Их тела были окутаны черными плащами, только их глаза были открыты, мерцали злой и ужасной силой. Как знак своей силы они принесли мир в восточные провинции. Те, кто поверил в знак, создали храм в их честь. На нем был символ – скрещенный трезубец. Их поклонниками стали Орден Знака – слепые последователи, лишенные духа. Сила Ордена росла. 7 царей земли последовали за ними, как безвольный скот. После того, как они взяли под контроль великие народы, 2 змеиных всадников ушли из этого мира. Остался лишь Деспарил, самый слабый из них. Его ученики путешествовали по земле, очищая ее, готовясь к ее спуску в бездну. Презренные другими людьми земли, ситхи были лишены своей силы, но остались незатронутыми заклинанием всадников. Ситхов назвали еретиками, нечистыми, пригодными только для того, чтобы они были стерты с лица земли. Ученики Деспарила сговорились с правителями земли, чтобы очистить последние земли отступничества. Когда армии 7 народов собрались уничтожить ситхов, старейшины потребовали обсудить судьбу человечества. И когда все голоса были отданы за орден, старейшие потушили 7 свечей. В один момент блестящая вспышка света исходила с востока, и армии, которые собрались против ваших предков, больше нет. Потратив последние силы, старейшины упали на пол, наступила тишина, и лишь болезненные крики эхом отзывались с поля битвы. Но тогда силы бездны отомстили. Земля содрогнулась, и проклятый орден последовал к сокровищам старейшин. Повсюду разнесся неприятный запах смерти, и земля разверзлась под оглушенными старейшинами. Яркий огонь, цепляющий за их плоть, сжигал их заживо. Злые чудища и нежить восставали тут и там. Они атаковали в несметных количествах, как стаи собак, сперва окружая самых слабых, и разрывали когтями своих жертв, прижав их к земле. Когда день был завершен, остатки ситхов были рассеяны по всей земле. Бездна забрала тома силы и артефакты вашей расы, как трофеи. Выжившие ситхи разрознены, у них нет оружия, чтобы противостоять ордену. Они наверняка погибнут. В то время как другие спрятались, ибо их дух сломался, я жаждал мести. Я отправляюсь на восток, в пустыню, в поисках Деспарила. Я стою перед городом проклятых, его воздух гнилой и тяжелый. Моя ненависть позволяет мне чувствовать биение сердец моих врагов. За этими воротами, мертвыми существами, зло затаилось в темных углах, и они хотят попробовать на вкус мою кровь. Если повезет, я найду некоторые древние артефакты моего народа среди темных углов проклятого города, ибо если мне придется сражаться с одним только посохом, тогда мир точно обречен. Меня зовут Корвус, и я еретик. Полным ходом, еретик. Начинаем. Первый эпизод «Город проклятых». Я пройду, наверное, только 3 оригинальных эпизода. Это версия «Тени змеиных всадников», то есть здесь добавлены дополнительные эпизоды. Но мы пройдем, наверное, ребята, все-таки оригинал. Вот. Почему именно эта версия? Потому что в ней баланс подправлен, версия 1.3. На какой сложности пойдем? Есть 5 уровней сложности. Давайте, чтобы расслабимся просто на самой последней. Черная чума. Окей, погнали мочить мерзких демонов. Кто тут посмел город захватить эльфийский великих знаний? Первый демон, Гаргулия, готова. Музыка слишком тихая, сейчас поправлю. Так, вроде тестил, но все равно я скрутил побольше, чтобы не было как в Думе криков. Орды демонов Гаргулии нападают, посмотрите. Всех сейчас тут уничтожим и покажем, кто тут настоящий житель этого города. Еще одна летает. Так,
Эту застрелил, хорошо. Музыка теперь. Сейчас это надо сделать. Трудно очень это все регулируется. Я прошу прощения сразу за проблемы с музыкой. Вот так как-то получше стало. Давай все-таки, что это? Рандомайз Particles? Нет, это не надо. Мышку надо тоже убрать. Вот так пусть будет музыка, а звук вроде бы хорошо слышен. Выстрел. Первое оружие, которое у нас есть, это... У нас есть став палеца, удар. В HD тут кусочек руки не отображается. Я какую-то там модификацию видел, в которой есть HUD на полностью на весь экран, но я хочу оригинал играть, не хочу никаких модификаций ставить. Еще видел неплохую модификацию Еретик Плюс, в котором прикольный рандомайзер, наверное, но нет. Мы пройдем первые три эпизода на максимальной сложности. Вот как-то так, ребята. Первый эпизод, насколько я помню, он не особо сложный, но вот там дальше будет круто, действительно. И первая мапа называется Доки. Мы высадились здесь, да? Можно приближать, отдалять карту. Что еще следует сказать? Еретик — это шутер от первого лица в фэнтезийном сеттинге, темного фэнтези, я бы сказал, ну потому что просто посмотрите на этих демонов. На движке Дума. Игра от Raven Software. И я подбираю первый ключ. Вот. В принципе, она похожа на Doom, даже оружием. Например, первое оружие у нас это посох став, второе оружие это волшебная эльфийская палочка, из которой можно стрелять. Вот. Зеленые кристаллы, желтые кристаллы это патроны. К ней щиты есть в плане армора, но все-таки Еретик — фэнтезийная игра, фэнтезийный шутер, можно так сказать. Вот. И на самом деле одна из моих самых любимых игр из детства, отличный шутер. Я хочу еще звуки самой игры погромче сделать. Плохо слышно, как они стреляют. Вот как так как-то. Пиу, пиу, отлично. И желтый ключ я подобрал, прохожу сюда. Первый уровень я хорошо помню, второй противник Гаргулья. Не Гаргулья, этот Голем. Голем, мистер Голем. Еще есть их призрачные вариации. Может быть опасно немного. Все надо осматривать. Факела висят, очень атмосферно. Графон, ничего, тоже никаких модов я не ставил, потому что хочется строго оригинал. Может потом плюс запилю вот эту модификацию, в которой рандомайзер работает. Я пробовал играть и в принципе она неплохая. Тут тоже факела такие, ну Raven Software, да, умели когда-то делать игры. Здесь изображение одного из всадников змеиных, с которыми мы будем сражаться. А именно это Деспарил его зовут. Номер первый, самый младший из них. Следующая дверь. Сразу двое молодых людей. И за мной дверь закрылась. В ловушку загнали. Чем еще примечательный оригинальный еретик? Нельзя прыгать, нельзя приседать. Но зато я подбираю перчатки некроманта, и сейчас мы переговорим с мерзкими захватчиками немножко по-другому. Ребята, боже, ностальгия просто суперовая. Темнота здесь, посмотрите, темнота для молодежи, в темноте не видно рожи мерзких демонов. Подбираю боезапас, мне не нужно на самом деле. Синяя бутылочка восстанавливает ХП. Вот эти желтые кристаллы — это боезапас для эльфийской палочки. Точно так же, как в Думе, нужно подбирать... Тут аналог есть рюкзака, и можно больше патронов с собой носить. Так, оружие, которое сейчас используют, перчатки некромантов. Всех просто разрываю. Неплохо. Проходим дальше. Проходим дальше. Ребята, отличная игра. Я надеюсь, все хорошо слышно. Надо это на самом деле затестить. Но мне так хочется уже поиграть. Я уже тестил 3 раза. Уже, я думаю, оптимально по звуку все и по музыке. Всех уничтожить и разуплотнить на нагнетателей и нападателей. Но тут явный секрет, я помню его еще из детства, ребята. Боже, Еретик всегда больше нравился даже, чем Doom, потому что я больше любил фэнтези, чем всякие такие фантастики, чем фантастику. Подбираю зеленые стрелы, это боезапас для второго оружия, и подбираю том силы. В этой игре есть предметы. У нас есть инвентарь, и вот это выгодно отличало Еретик от Дума тем, что можно было еще использовать предметы. В разных ситуациях придется их использовать. Конкретно вот этот предмет, который у меня есть, том силы, том of power, он называется, или книга силы, наверное, то он усиляет все оружие, которое у меня есть. Я подбираю арбалет и смеюсь. Ха-ха-ха.
Арбалет очень похож на дробовик из Дума, на самом деле классического оригинального. Очередная кнопка. Вот. А эльфийская волшебная палочка, первое наше оружие огнестрельное, так если можно выразиться, похоже на пистолет. Все я там сделал. Я вроде видел еще один секрет. Тут мы проходили. А вот отсюда мы вышли. Но есть карта, но я пока что помню вроде бы, куда идти и что делать. Вот. Захотелось сделать еретик, потому что одна из любимых игр с детства. И, собственно, поиграем в него, почему бы нет. Мерзкие големы, посмотрите, похожи на мумии, кстати. Они потом будут учиться новые какие-то заклинания использовать. Все потом будут стрелять. Чем хороша максимальная сложность, на которой играем? Тем, что враги ускорены. И мало будет падать всяких бафов нам. И всяких полезных предметов. Вот так вот. Ну а так, в принципе, не должно быть сильно трудно. Главное уворачиваться. Третий вид противников, которого завалили, это, по-моему, андеды они называются. И должен открыться секрет. Это выход на начало уровня. Открыться должен четвертый секрет. И он открывается, насколько я помню, вот где-то вот здесь. Корвус продолжает свое победоносное шествие и хочет подобрать все боезапасы, которые есть. Вот там в доках. А, не, вот здесь вот открывается телепорт. Отлично. Тут же нападение голема. Посмотрите. Мы создали голема. Кстати, у меня еще отключено автоприцеливание, поэтому надо будет их выцеливать. О, тут сразу два андеда. Надо стрелять из арбалета. Получи и распишись. Эльфийская месть. Никто не остановит эльфийскую месть. Вижу рюкзак. Отлично. Bug of Holding. Могу больше подбирать и могу теперь сотню стрел паковать себе. Неплохо? Очень даже хорошо. Весь боезапас надо собрать. Немного темновато, потому что это с андроном. Я играю через андроном, собственно, через который я играл в Brutal Doom. Мне он больше нравится, чем GZ Doom. Это движок, на котором эти все старые шутаны можно запускать. Ну, собственно, Doom, Еретик. Что там еще было? Стрейф и еще какие-то. Первый уровень пройден, он достаточно простой. Очередной тут голем. 44 из 44 и секреты 4 из 4 сделано. Окей, переходим на следующий уровень, ребята. В первом эпизоде сколько? Где-то 8-9 уровней. Я не помню на самом деле. Время 7:44. Рекордов нету, да? Следующий уровень Dungeons. Подземелье. Ну давайте. Мы готовы. Музыка еще очень крутая. Очень крутая музыка. Я не помню на самом деле автора саундтрека. И надо будет потом вспомнить. И в описании видео тоже обязательно это указать. О, тут большая тусовка намечается. Потому что здесь еще и рыцарь. Рыцарь Undead. Он стреляет. Иногда он выбрасывает красный топор. Это, очевидно, крит он выбрасывает. Здесь много аллюзий и всяких таких королевым играм. Не то чтобы отсылок, но каких-то механик применено. Рейвен. Не, все-таки автоприцеливание работает. Арбалет выстреливает 3 снаряда, один стандартный и 2 маленькие стрелы. Очень стильное, крутое оружие, рабочая лошадка игры, можно так сказать. Ну и как, собственно, дробовик был в Думе. Вот. Игра очень похожа на Дум, но несколько этажей здесь появляются, здесь будут телепорты. Чем она еще отличается? Ну, фэнтезийное окружение, темное фэнтези такое. Проходим второй уровень. Алгоритмы просты. Мы должны будем подбирать ключи, открывать комнаты, в этих комнатах подбирать следующие ключи и искать выход с уровня. Вот. А в конце каждого эпизода нас будет ждать босс. Здесь нас поджидал мелкий паразит, который получил тут же заряд. И здесь еще один мелкий паразит. На, получи. О, тут трое сразу. По мне летят снаряды. Пробили, кстати, очень знатно. Надо хп подобрать, хп вот эти синие бутылочки. Боже, ностальгия очень-очень, ребята. Очень-очень ностальгично и хочется много что сказать, а аж слова не могу подобрать, потому что настолько нравится в это катать. Простреливают знатно андеды мерзкие, мне надо еще подобрать лечение. Тут секрет какой-то будет, он, наверное, потом откроется. Я уже начинаю с этого уровня плохо, помню. Вот. Аккуратно идем чистить все комнаты. Сколько серий будет, не знаю. 12, наверное, может 13. Тут зачистил. Так, тут еще одна горгулья. Тут я забраться не могу наверх, к сожалению. Что такое?
Что-то стреляет по мне еще. Вот там вот кто-то стреляет. И сейчас убьет меня, судя по всему, а я еще и не сохранялся. Там кто-то присутствует в этих стенах, а я туда попасть не могу. Надо, может, действительно начинать сохраняться, потому что все-таки тут шутки шутками, а могут тут бить. Но я думаю, первый эпизод вообще без сохранений можно пробежать. Хотя не знаю. Автосохранение срабатывает на самом деле. Можно попытаться сделать себе такой челлендж. Так, желтый ключ подбираю, хорошо. Боезапас. Синий боезапас, он нужен для третьего оружия. Здесь, в отличие от Дума, каждое оружие имеет свой боезапас. Клав Орб называется, да? Кристал Вел, это я подобрал хпшку. Здесь что, ничего не видно. Тут щит. И ловушка срабатывает, нападает много големов сразу. Но Корвус вышибает из них духи ихние мерзкие. Здесь еще ловушка открывается, три сразу Undead Knight, рыцаря Undead нападает. Слушайте, меня сейчас зажмут и, наверное, убьют. Но не, как-то получается избежать урона. Стреляю по ним. По-моему, звук все равно не очень хороший. Тут колчан стрел. Сейчас я посмотрю, как оно... Сейчас мы сохранимся, ребята. Давайте, Game Files. Мышку надо убрать. Save Game. New Save Game. Ну что? Revenge? Revenge? Месть или не? Еретик так и назовем, наверное. Лучше, да. Еретик. Одно сохранение будет. Я проверю звук. Проверю и отстрою звук, чтобы было сразу все хорошо у нас. Ну а вот теперь, чтобы не было громковато. Не знаю, трудно отстраивается звук. Прошу прощения за это, ребята, но... это не так уж и важно. Важно уничтожить всех захватчиков, которые посмели на древний город осквернить. И мы выдвигаемся вперед. Так, тут колонны какие-то. Тут я не проходил, кажись, да? Да, тут хпшку можно подогнать. Выстрел из арбалета. Надо брать Элвенвант наш торч. Это факел. Может помочь осветить темное помещение, но... Мне это сильно не надо. Я нажал какую-то кнопку. Что она делает, я тоже не знаю. Этот уровень уже плохо помню. Эти данжены. И действительно, тут будут серьезные подземелья у нас. Можно смотреть по карте, куда я не сходил. И мы будем этим пользоваться. Кроме Еретика, есть еще крутейшая игра, которая называется Hexen. Вот, это продолжение, на самом деле, Еретика. Тут открывается ловушка. Большое нападение. Стреляю по горгульям. Меня пробивают. 75 хп остается, но... Корвуса так просто не взять, потому что этот эльф, следопыт и рейнджер всех уничтожит захватчиков. Еще что-то где-то открылось, я слышал. Так, не, вроде бы нет. Куда-то сюда нам надо идти. Вот сюда. Ох, тут посмотрите. Ха-ха-ха. Осквернители. Секрет реализован. В секрете огромная толпа големов, посмотрите. Ну что, стреляю из арбалета, и они все готовы просто будут. Хексен я не проходил, это продолжение, потому что он слишком замороченный был для меня в детстве. Но, может быть, я за него возьмусь, я вот не знаю. Его очень ценят любители олдскула всякого. Тут открывается дверь очередная, мы выходим. Тут еще боезапас для арбалета. 200 в палочке несу патронов, хорошо. Это выход? О, тут открылось. Тут вроде бы ловушенский будет. Нет? Да, срабатывает опасная ловушка. Я подбираю третье оружие. Это коготь дракона. Можно серьезную магию применять, и он заряжается вот этими синими сферами. Это орбы. Орбы. Ну, сферы. Сфера дракона называется. Подберу боезапас, и все, и выдвигаемся дальше. Куда мы еще не сходили? Мы еще не сходили. В эту дверь я не могу пройти, у меня нет ключа. Подбираю хпшечку, надо по карте смотреть. Сюда мы сходили. Вот где-то здесь зеленая дверь, нужно будет подобрать ключ, чтобы сюда войти. Должно быть еще какое-то место, куда я еще не ходил. Тут желтая, ключа у меня нету. А, ключ есть. Ключ был все это время. Ну хорошо, заходим с драконьим когтем наперевес. Скорострельность доставляет. У них тоже неплохая скорострельность. Всех тут магию применить и уничтожить захватчиков, осквернителей. Никто не смеет город древних знаний порабощать. Сейчас мы всем покажем. Всех уничтожил. Отлично. ХПшку подобрать. Следующая дверь. Захожу. О! Более интересное уже помещение. Факела горят. Господи, как же тут атмосферно все сделано. Очень нравится графон. Сейчас он, конечно, не воспринимается, возможно, ребята, но тогда в детстве
Даже просто, смотрите, кладки яиц они здесь еще поставили. Их можно взрывать, они, по-моему, потом опять должны возвращаться. Можно себя убить. Тут будет еще и оружие, которым можно будет себя убить. Нет. Фиолетовая бутылочка в инвентаре, она восстанавливает хп, вроде бы 25. О, тут серьезное нападение готовится. Будем стрелять из арбалета, вести огонь. Фантастический, фэнтезийный. Серьезные заклинания применять. По рыцарям андедам. Осквернители готовы все. Так, еще один остался, посмотрите. Но доспех такой классный. Тут будет секрет какой-то? Да, секрет. Секрет реализован, хорошо. А это мы подбираем... Бомба древних и символ песочных часов. Бомба древних что дает? Бомба древних вроде бы это мина. Используется как мина. Можно попробовать на самом деле ее использовать. Ух, сейчас я чуть урон не получил от топорометателя. Тут еще один. Давай бомбу древних используем. Вот так вот. И она взрывается. Она взрывается. Ее вроде бы можно... Сзади зажал меня голем мерзкий. Посмотрите, несколько големов. Сейчас меня могут убить. Надо быстро ориентироваться. Откуда вы вылезли? Непонятно. 61 хп. Опасная боевая ситуация. И на меня еще Undead рыцарь выходит. Да, тут, конечно, проблема будет. Использую фляжку. 86 хп. И Undead убиваю. Следующий предмет. Ну, вот эти бомбы, не знаю. Надо использовать эти предметы на максимальной сложности. А вот это сейчас мы подберем. Map Scroll. Это свиток карты. Теперь мне видна вся карта. Отлично. А ключи почему-то не отображаются у меня на худе. Это плохо. А, ключи отображаются в центре худа. Мышки тут нету? Мышки нету. Хорошо. Ну вот они по центру, вот у меня желтый сейчас есть. Худ можно на самом деле включить вот так, но будет немножко оно... Мне нравится, чтобы оружие было на весь экран видно. Вот, так что мы будем вот так играть, на таких настройках. Здесь, что мы получили в этой комнате? А по сути ничего такого, просто сюда зашли. Тут синяя дверь, и мне нужно здесь пробегать. Почему-то вот эти яйца не восстанавливаются. Они должны восстанавливаться, я помню это. Выстрел. Вот это кислота. Сюда пробегать нельзя. В ней я несу урон просто, получаю урон. Поэтому сюда надо решительно забегать. Отстреливая горгулей. Горгули отстреляны, боезапас подобран, по хп все окей. Тут еще несколько, слушайте, зал горгулей. Очень круто, ну это шутер еще не полное 3D, потому что вокруг трупа он крутится вокруг нас. Очень хочется в Daggerfall попробовать поиграть после этого еретика. Тут можно пройти и здесь еще комнаты. Откроем вот это, например. Ох, там серьезно все. Произвожу выстрел. Что можно сделать? Можно мину попробовать поставить. Можно зайти сбоку. Настоящий разведчик должен уметь заходить сбоку. Стреляю по мерзким яйцам, и они должны в этой комнате все взорвать просто. По-моему, звуки самой игры тихо слишком, а музыка громко, ребята, все-таки. Мне так кажется, поэтому я... Сейчас еще один момент, еще одну секунду. Саунд больше, а мюзик меньше, вот так. О! Вот так получше. Тут две бутылки и ловушка срабатывает, но Корвус в ловушку не попадается. Надо сохраняться, наверное, начинать. Можно как-то быстро это делать? Можно. На F2 еретик. И на F1 на кнопке есть подсказочки, но мне они сильно не нужны. Raven Software, ну я ID Software, потому что две компании на самом деле разрабатывали. Ну, ID это движок Дума, а Raven Software это те, кто уже пилили концепт самой игры. Так, тут я получаю выстрел сразу от мерзких рыцарей. На тебе сюда, из арбалета. Посмели тут, смотрите, деятельность свою развернуть. Захожу, и тут сразу же големы нападают. Можно использовать том силы, а можно поставить мину. Мина взрывает кого-то. Чисто, чисто. Они рычат. На, получи сюда, что ты думал. Шутки тут никто шутить не будет. Настоящая месть будет совершена. Вижу зеленый ключ, еще один том силы. Много предметов полезных. Отлично просто. Проходим дальше. Хорошо, открываю эту дверь, я теперь могу заходить в зеленую. Очевидно, в зеленой двери будет синий ключ, и мы сможем сюда вернуться, в синюю дверь попасть. Так же, как и в Думе, есть секретные уровни, я не знаю, где они находятся, и при каких обстоятельствах. И поэтому мы идем на возвышение. Автоприцеливание все-таки срабатывает иногда, но оно у меня выключено, ребята. Вот, например,
Вот сейчас оно не срабатывает, потому что я промахиваюсь. В старых этих всех шутанах было автоприцеливание. Вообще раньше играли с клавиатуры. Следующая дверь. И еще одна дверь, ловушка срабатывает. А мы готовы к любому нападению. Мы тут всем покажем, как нападать на древний город. Последний житель, несогласный, будет всех тут уничтожать, демонов. Противников будет много, на этом уровне их 153. Что такое? А, это здесь опустился лифт. Ну или выход. Хорошо. Пока что уровни не сильно замороченные. Я могу спрыгнуть и не понесу урона. И зеленый ключ есть, открываю вот эту дверь. Очередной лабиринт. Очень круто. Уже говорил об этом еще раз, ребята. Вот как бы шутер шутером, но фэнтезийный антураж придает особой, не знаю, эстетики, атмосферы какой-то. Здесь, по-моему, будет ловушка. Я хочу сохраниться, потому что я не помню точно, что будет. Открывается действительно ловушка. Надо использовать том силы, потому что меня сейчас убьют. Во-первых, использую факел. Во-вторых, использую такие том силы. Использую, говорю, том силы. Том силы работает некоторое время, усиляя все оружие, которое у меня есть. Арбалет в данном случае стреляет огромным снарядом. Во, как стреляет волшебная палочка, тоже несколько снарядов выпускает. А как коготь работает, не знаю. Это Back of Holding, я могу еще больше патронов взять, ну, боезапаса. Хорошо, и ключ мы подобрали, с ловушкой справились. Пока что просто достаточно, во, но это только поначалу. Тут был еще боезапас, надо его забрать. Хорошо. Зеленую дверь мы все сделали, что хотели. Подобрать лечилку. И бежим обратно в... Я здесь еще наверх не поднялся. Как мне здесь подняться? Вот это интересно. Может как-то поверху можно? А надо как-то сюда наверх. Тут, я не знаю, тут какой-то секрет еще подсвечен. Вот здесь вот. Но я без карты, я бы его не открыл. В нем... Секрет реализован, но в нем ловушка очередная, куча противников. Расстреляем просто демонов. Я подобрал предмет. Это у нас Shadow Sphere, сфера тени. Корвус может спрятаться в тенях, как настоящий эльф. Что случилось в наших лесах? В наших лесах нападение мерзопакостных противников. Хорошо, открыть дверь очередную и спуститься ниже. Это, наверное, выход уже с уровня будет. Все секреты специально искать не буду, ребята, потому что, во-первых, не помню, как их находить. Во-вторых, чтобы... Нет, это действительно выход. И тут очередной голем. Я подобрал 3 из 7, слушайте, хотелось бы еще найти секретов на самом деле. Самые очевидные, поскольку я подобрал карту выхода с уровня, то будет попроще их отыскать. Давайте пробежимся в главном здании. Еще вот здесь где-то должен быть секрет определенно. Вот эта штука должна как-то опускаться. Наверняка. Прожимаю стены. Не, ничего. Надо, наверное, какую-то кнопку нажать, чтобы это опустилось здесь. Здесь тоже есть секрет. Как в него заходить? Такое ощущение, что в него заходить нужно... Откуда-то отсюда. Так, по карте смотрю. Тут открылось или что? Не, вот сюда мне нужно зайти. Тут нужно пробежать. И смотрю по карте сейчас, ребята, надо вот сюда зайти. Хорошо. Секрет в секрете намечается у нас. Да, да, действительно. Темная стена, за ней противник. Оба противника готовы. Чисто. Секрет реализован. Это перчатки некроманта. Нашли секрет очередной. Секрет в секрете. Старые игры, да, они такие. Что еще можно отыскать интересного? Еще вижу один секрет на карте не отмеченный. Пробегаю сквозь кислоту. Я смогу тут выйти? Смогу. Я уже вижу выход на секрет. А, вот он. На карте сереньким подсвечено, вот здесь. Я бы без карты его никак не нашел. Отличаются здесь стены? Да нет. Ну тут не хочет открываться. Может, вот эта кнопка это открывает? А? Кнопка открывает выход сюда. Но нет. Но нет. Хорошо, откроем выход, потому что еще я кучу секретов вижу. Вот здесь, например. Но здесь ожидаемо, потому что тень так падает от факела, а не должна на самом деле. Вот. О, очередное подземелье и противник. Тут у нас
Это предмет Wings of Wrath. По-моему, что-то типа крыльев Wrath, не знаю. Ну, чтобы летать, наверное, нужны они. Как открыть вот этот секрет, непонятно. Который здесь находится. Выстрел, может, надо произвести. Странно, ребята. Ну вот, он на карте прямо здесь. И вход в него тоже прямо здесь. Непонятно. Попробую нажать кнопку. Тут понажимать. Не знаю, не, ну вряд ли тут что-то будет. Выходим в хаб основной. Ну как хаб, начало уровня. Тут пробегать не очень эффективно, но ничего страшного. Раз крылья есть, то я думаю, можно немножко позволить себе полетать и сюда залезть, да? Использую крылья. А как летать? А летать надо вот так. Прыжка нету. Я не буду использовать прыжок. Куда еще могу слетать? Не знаю, можно по карте пролететь. Тут еще боезапас, тут мы везде были. 5 из 7 секретов, но, наверное, супер каких-то крутых я не очень нашел. Все, наверное, выходим с уровня. Вот сюда можно попасть теперь, раз я летать умею. О! Тут, да, действительно стрелялся с парнями. Тут еще дверь какая-то. А, вот сюда вот так вот можно было пройти. Тут том силы еще очередной. Отсюда я выйду быстро? Нет, отсюда я только заблужусь. Значит, можно было вот здесь нажать на стену, на темную. Надо смотреть темные стены обязательно. И Корвус с помощью древней магии летит, наверное, на выход уже из уровня. Второй уровень действительно запутанный, огромный. Весьма это примечательно. Как для старой игры, да? Тут мы можем выйти в синюю дверь и все, и этот уровень завершим. ХП не надо, все ключи есть, все хорошо. Переходим на третий уровень, который я вообще не помню, что там будет. Спускаемся все глубже и глубже. Очевидно, что мерзкие демоны решили захватить библиотеку древних знаний. Так, данжен закончено. 140 из 153 я завалил. Предметы все подобрал. Секреты 6 из 7. Время 18.37. Общее время 26.22. Гейтхаус. Ворота, наверное. Вход в город сам, собственно. Потому что мы из доков прошли. Начинается уровень. Сразу вижу кнопку. Тут бы крылья зашли, который я использовал в прошлом уровне. Противников 117. Ну, сейчас начнется. Демоны научились использовать магию огня и стрелять по мне. Всех уничтожить, я думаю. Вот так вот. Ни с кем панкаться тут не будем. Пленных не брать. Их достаточно много, но арбалет верный работает отлично. Так, этого застрелить. Вот этого застрелить. И... здесь колодец, на котором оружие. Кстати, я очень мало из вот этого оружия стрелял. Переговорим. Красный, а? Красный готов. Еще сзади стреляют. Опасно сейчас. Могут разуплотить. Еще один сзади стреляет. Надо сенсы немного побольше добавить. И надо ХП подобрать. Подбираю. Надо, вот чем еще хороший оригинальный ертик, надо оружие использовать все. Потому что боезапас в конце концов закончится. Перчатки некроманта надо использовать. Вот так вот. Анимация, смотрите, какая смертей. В Еретике еще анимация смертей отличается от Дума тем, что они не просто разлетаются на части, а они еще будут отлетать в сторону и при сильных выстрелах будут разлетаться просто. Ну, как бы при выстреле из дробовика отлетать на... метр на два. Мне нужно сейчас ХП. Тут похоже на секрет, потому что стена отличается, но нет. Здесь тоже нет. Хорошо. Надо вернуться в начало и подобрать лечение какое-то. 67 ХП. Так. 77. 87. Нормально. Сохранится. Еретик. Автосейвы, правда, есть. Можно сделать челлендж какой-то, пройти эпизод только чисто на автосейвов. То есть, если я завалю уровень, начинать сначала. В принципе, так алтфаги некоторые делают. О, здесь щит. Я сюда не могу пройти. Мне нужно какую-то кнопку нажать, чтобы здесь опустилось. Хорошо, но есть еще дверь нехоженая. Тут опять-таки демоны. Всех расстреливаю. Этот готов. Много достаточно, большое количество. Максимальная сложность, самое максимальное количество противников, которое может быть. Можно, наверное...
Не буду экономить боезапас, я вижу, здесь стрелы лежат. Так, тут срабатывают. Во-первых, выход с уровня сразу. Надо зеленый ключ, чтобы выйти с этого уровня. Здесь очередная дверь, в котором голем очередное преследование свое ведет. Еще один голем. Надо всех расстрелять, потом подбирать предметы. Тут может быть ловушка, потому что очень уж эта бутылка заманчиво лежит. Подбираю все предметы, которые лежат. Надо мне наверх или нет? Здесь вот эти символы. И тут дверь, тут нужен желтый ключ. Хорошо. Музыка еще очень атмосферная. Я, может, еще, ребята, попробую потом за кадром немного подстроить музон, чтобы было все супер слышно. Но первая серия такая будет. Троха, может, проблемы какие-то с музыкой. Музыки надо сейчас, вот как мне чувствуется, немного побольше дать. Ее плохо слышно, а музыка просто шикарная. Так что давайте я... Не-не-не. Еще увеличу. Вот так вот. Чтобы мы насладились. И выстрел... Получают, ха-ха-ха, как Корбус смеется, классно. Что-то открылось, и очередные големы нападают в количестве. И тут же умирают все. Они отсюда вышли, очевидно. Хорошо. Этот готов. Если будет серьезное нападение, что готовить? Том силы или невидимость? Или бутылку? Может, бутылку, чтобы меня не разуплотнили. Ну, тут просто горгульи нападают. Тут ничего страшного. На самом деле, конечно, они быстрые достаточно, но с ними просто разобрались. Тут ничего больше нету. Еще кто-то нападает, стреляет. А тут перестали... Нет, тут дальше эти штуки срабатывают. У меня такое чувство, что кто-то стреляет, кто-то нас преследует. Немного страшно. Тут бочки, склад какой-то был. Припасы эльфийские кто-то посмел ограбить. Ой, здесь уже рыцари. Сзади, сбоку заходит голем, получает, надо два выстрела, или надо вплотную стрелять просто. И начинается перестрелка сквозь окно, и у меня заканчивается боезапас. Разряжу, наверное, эльфийскую палочку в анду. И желтой магией немного поработаем. Они еще друг по другу стреляют. По мне кто-то засандалил серьезнейшим образом. Использую первую фласку и вторую. Сбоку зашли андеды рыцари, я еле выбежал, могли убить просто. Вношу, промахиваюсь. Дистанция немного не та. Можем взять вот этот, вот эту магию применить. Немного синей магии, а? Как вам зайдет? Одного завалил. Второй готов. Следующий. Пробивают все равно. Не, надо, ребята, ретироваться. Что у меня еще есть? У меня и том силы есть, правда. Ну, бомбу можно приготовить. Бомба пошла. Взрыв, он получает. Бомбы надо решительно использовать, это мне, наверное, не хватит решительности, чтобы это сделать. Так, тут еще вижу плащ теней. Мне нужно фласку подобрать, вот ту, которая лежит. Стены все открываются, и противник выскакивает. Фласку, например, подобрал, Crystal Vial, и сохранился. Сейчас возьму ключ, еще что-то выскочить. Нет? Нет. Там вижу реку, и там боезапаса много. Достаточно. Тут все проверить. Чисто. Мрачная мистическая музыка и атмосфера. Ну, естественно. Естественно, на меня нападают. Ох, крит по мне прошел. Убьют сейчас. 7 хп осталось. Так. Стреляю. Уничтожил этих рыцарей мерзких. Хорошо. Стены надо проверять, но я ничего такого ожидаемого не вижу. У меня есть желтый ключ. Я хочу выйти на самом деле из этого данжа и... перейти в начало, потому что надо подбирать какое-то лечение. Вот игра уже показывает зубы на третьем уровне. Становится трудно. А лечение я все уже подбирал. Только том силы остается. Здесь лечения никакого не осталось. Наверх залететь тоже не представляется возможным. Что, 7 хп? Пойдем, ребята. А что я могу сделать? Пойдем с 7 хп. Еще пробегусь. Надо секреты искать. Секретов всего 2. Вот здесь, сюда бы попасть. Каким образом? Волшебным образом. Как-то может вот так. Тут опустилась щит и кнопка. Кнопка что делает, я не знаю. Может быть, как-то теперь сюда можно будет попасть. Ну тут я кого-то застрелил. Но я застрелил через окно. По карте нам где-то вот здесь надо проходить.
Здесь закрыто. Тут, очевидно, кнопка должна срабатывать. Может быть, эта кнопка на время? Нет, я ее нажал, и что-то должно было случиться. Тут телепорт открылся, посмотрите. Заглянем в телепорт с 4 хп. Сначала сохранимся, конечно же. Тут том силы и нападение с двух сторон причем. Выстрел, промах. Выстрел, промах. Слушайте, как грамотно поставили. Но раз вы все вылетели, то я могу... Ох, много противников, я могу не выжить здесь. Я убегаю в данж и выманиваю их. Выстрел, у меня 1 хп остается. Меня могут убить сейчас очень просто. Надо стрелять, не раздумывая. Использовать синюю магию. Убивают. Вот так вот. Вот такой вот еретик. Хорошо. Еще раз за томом силы. И перебежка серьезная. Где они? Я слышу, они пищат. Горгульи. Вот выстрел. Попали по мне сразу же. Убивают. Очень быстро стреляют. Хорошо. Можно использовать том силы, а? Использую том силы. А, здесь еще горгулья сбоку залетает. Второй телепорт открывается, очевидно. Забираю там силы. Вот, вот она. Понятно теперь. Это горгулья-разведчик. А я не попадаю по ней. Теперь попал, хорошо. Там силы пошел. Ну давай. Переговорим. Сейчас, правда, снаряды трачу. Трачу весь боезапас. Вот так можно пострелять. И синяя магия, она дает еще... Вылетают такие сферы. Всех разорвал? Еще один остался. Готов. Так, хпшечка нужна. Боезапас есть, там сила работает. Но давай сохранимся и во второй телепорт прыгнем. 4 хп у меня, второй телепорт. Тут же убивают. И они между собой еще драку начинают. Еще раз пробую. Куда-то наверх я заскочил. Господи, все в магии, все летает. Все разуплотняется. Надо бежать. И вот сюда куда-то убегаю. Хорошо. И остается у меня только Ванда. И убивает меня последний демон, посмотрите. Круто. Еще раз забегаю. Может их вот так вот всех разорвать, а? Но стреляю как могу. Всех уничтожил, кажись. Отлично. Отлично, Корбус. Хватку не теряет. Супер эльф. Это немного не тот телепорт, который мне нужен. Мне нужно в другой. Вот сюда. Надо сохраниться, ребята. Вот в этот, да? Да. И... Тут есть лечение, отлично, и боезапас. И кнопка еще какая-то. Нажимаю сразу, потому что любопытству нету края. Это спуск вниз, о! Открывается проход. Еще вот сюда. Неплохо, но вот как сюда попасть? Наверное, спрыгивать нужно вот отсюда, чтобы этот коготь дракона подобрать. Хорошо. Еще проход в телепорт. Еще лечение, 24 хп. Здесь можно подобрать тоже боезапас. И вот так вот спрыгиваю в колодец. Отлично. Просто отлично. Что по итогу? По итогу надо проверить еще. Вот как сюда попасть, непонятно немного. Я секрет один реализовал все-таки. Во. Может теперь здесь откроется? Здесь не хочет никак открываться. Явный секрет. Да, будем мы плутать, конечно, по этим подземельям. Боезапаса мне не надо, не. Все наверху подобрал. Вроде бы навскидку все. Тут кнопка, тут кнопка. Может, надо две прожать? Я две прожимал, здесь открылось. Надо проходить теперь по уровню. Тут кнопка не жмется. Проходить по уровню в желтую дверь. О, тут еще фласк лежал с лечилкой. Хорошо, в желтой двери мы, очевидно, возьмем зеленый ключ и сможем пройти на выход из уровня. А противников осталось еще достаточно много. Сохраняюсь в очередной раз. Открывается очередная ловушка. Но Корвус готов принимать демонов. Эти какие-то слабые, эти не стреляли. Здесь боезапас для арбалета. Рабочая лошадка игры. Беру и проходим далее. Что нас ждет? Вот тут стреляющий. Попал по мне. Надо здоровье восполнить запас. Тут я промахиваюсь. А из обычной палочки. Эти горгули еще умеют налетать и серьезно атаковать в ближнем бою. То есть они такой делают рейдж небольшой, налет. Ну, големы обычные тоже не представляют опасности. Тут кислота, сюда прыгать нельзя. Здесь кнопка. Тут еще какой-то проход. Господи, как же все запутано. Вот это да, игра поражала. Да даже какой там Хексен, сам еретик. Я нашел проход
Как забрать здесь? Хорошо. И здесь можно пройти и даже спрыгнуть в это окно. Но мне сюда, по-моему, рано. Я еще все не осмотрел в прошлом помещении. Надо постепенно играть. Потому что заплутать можно конкретно. Поэтому мы вернемся. Пока что спешить не будем. Обхожу. Так, тут еще големы. Тут окно. Это какая-то проход. Тоже здесь можно проходить. Сюда можно заскочить, забрать фласк. Очередной голем готов. Тут постамент. Бойница, чтобы отстреливаться. Ну, давай мы фласку заберем. Немного я урона понес, но ничего страшного. Патрон забрать. Вот так вот. И у меня теперь есть бутылка, в которую я могу использовать в крайне тяжелой ситуации и залечиться. Я нажимаю кнопку. Тут проход открывается. Это башня, очевидно. Поднимаемся наверх башни. И тут сразу же у нас молодой человек. Undead. Ты уже не молодой, потому что он мертвый. Поднятый скелет. Стреляет по мне. Перестрелка на лестнице. Угу, готов. Символ демонический. И зеленый ключ. Подбираю. Куда ведет телепорт, не знаю. Надо сохраниться, наверное, перед тем, как туда прыгать. Телепорт ведет на начало уровня. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, я еще все не проверил. И на конец уровня не хочу проходить. Поэтому мы рванем. Тут еще фласка, я здесь еще не был. Тут две двери, очевидно. Обе откроются, когда нажму кнопку. Противник готов. Ничего не видно, противник. Автоприцеливание сработало. Этот готов. Тут надо факел, наверное, ребята, использовать. Двое противников в горгуле. Но у меня тут яйцо какое-то. Морф Агум. Что оно делает, я не помню. Хоть убейте. Тут захожу, тут я пройти не могу, а хочется туда попасть. Хорошо. Все тут осмотрел, вроде бы все. Тут еще Undead, посмотрите, стреляют. Ну, метатель топоров. Готов, и здесь еще один. А вот сейчас автоприцеливание не срабатывает. Можно вот так вот по нему поработать желтой магией. Самая пацифистическая магия в забытых королевствах. Готов. Из него, кстати, иногда патрон выпадает, боезапас. Для арбалета. Здесь вот вроде я тут что-то пропустил. Нет, я был здесь везде. А вот здесь тоже везде. Такое ощущение, что здесь какой-то. Одно там эта кнопка отображена на карте. Карту можно приблизить как-то? Я это как-то делал, господи. Нет, это не то. Это тоже не то. А, вот так вот можно приблизить. Я вижу, что пахнет секретом. Для этого нужно выйти. Сюда еще могу зайти и подобрать. Нужно выйти. Вот. А я сюда не могу попасть никак. Хорошо. Было еще место, куда мы не сходили. Это с другой стороны. Здесь выход в башню. И вот здесь мы не закончили смотр. Еще. И кнопку не нажимали. Приготовить арбалет, наверное. Нажимаю кнопку. Что происходит? А, здесь просто быстрый выход. Как же вот сюда попасть? Немного непонятно. Можно потыкать на стены. Я могу уже с уровня выходить. Тут я был, тут я был. Вот тут и открылось, посмотрите. Не надо выдумывать велосипед. Все само открывается. Ох, тут сильный поток. Меня относят течением. Канализация продумана. Древние эльфы знали, когда строили. Знали, как строить канализацию. Серьезный секрет и серьезное нападение, ребята, готовится. Слушайте, надо, наверное, том силы использовать. Пошел том силы, врубаю ускорение, стреляю по ним и вношу просто. Давай из волшебной палочки стрелять, потому что боезапас не такой уж и ценный и критичный, а патронов к ней всегда много. Ну, зарядов, зарядов. Не хочется называть это патронами, потому что все-таки это фэнтези. Вот. Надо придумать какое-то более крутое слово, но тут нету маны как таковой. Вот эту фласку надо подобрать, бутылочку, хорошо. 96 хп, еще вот эту подобрать. И все. Я взял два секрета, 111 и 117 я завалил. Очевидно, в зеленой двери будет нас ждать небольшое нападение. Мы сохранимся на всякий случай. Кроем дверь. И нападение здесь действительно ждет. Мерзопакостнейшая. Там какой-то замес пошел. Они между собой начинают драку. Смотрите, не поделили, кто
убьет Корвуса для своего господина Деспарила. Корвус так просто не дастся. 116, еще один кто-то есть. Две кнопки, жму одну. Так, ох, тут призрачный рыцарь. Серьезный противник, полубосс даже можно сказать. Выстрел, выстрел. Интересно, он плотнее своей основной сущности? Призраки, их можно убить только магическим оружием, насколько я помню. Жму еще кнопку. А, это лифт. Но я нашел все секреты, всех завалил. Ладно. Включаю лифт, и мы переходим на следующий уровень, наверное. Ребята. Так, гейтхаус закончен. 117 из 117, предметы 9 из 9, все сделал. Отлично. Гвард Тауэр, башня стражей. Хорошо, начинается. Очень атмосферный музон. Я думаю, мы здесь сохранимся, и для первой серии по Еретику достаточно. Я так думаю. Вот, я буду его продолжать, выкладывать, как я его буду. Да не надо ничего вводить, вот эта вот мышка, она только мешает. Нужно просто сохраниться. Выкладывать буду, ну, как на... Я его, наверное, за сегодня наиграю, сколько смогу, а выкладывать буду, как у меня уж получится. Зря я совершил выстрел, потому что меня тут же атакуют. Но мы начнем, наверное, с этого момента уже в следующей серии, ребята. Спасибо за внимание, новая игра на канале. Классический шутер от первого лица, от, по сути, от ID Software и от Raven Software. Потому что движок Дума — отличная игра из детства. Еретик. В следующей серии мы увидимся и продолжим чистить демонов и освобождать наш город от захватчиков и вершить свою месть. Правда, Корвус? Правда. Том силы сразу секрет, и в секрете нападение. Я остановиться даже не могу, настолько нравится игра. О, секрет подобран, тут сохранится, и все. В следующей серии, ребята. До свидания.